Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о волонтерских движениях в Москве. К нам присоединился известный хирург, глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Анатольевич Хубезов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Это Людмила, Наталья. Они уже меня заинтриговали вот этим. Это что у нас? Это парафин, воск? Да, это парафин. Это парафин. Они, помимо того, что они нам рассказывали, что они занимаются изготовлением носилок, они еще делают свечи, это окопные свечи. Да, это называется окопные свечи. И Наталья сейчас приступит к изготовлению. Это, я так понимаю, что каждый может сделать, да, домашних условиях. Да, и изначально окопные свечи начали делать буквально из огарков свечей, которые добывали в церквях. В настоящий момент для того, чтобы делать окопные свечи, люди закупают готовый парафин. Его сейчас легко можно достать. И, собственно, на одну свечу, вот, в зависимости от банки, но вот на такую банку требуется порядка 400 грамм парафина. Банка доливается не до края, где-то сантиметр остается. Вот, из него как раз будет торчать картон. Собственно, мы положили сейчас разогревать парафин на водяной бане. И в это время можно сделать нарезку картона. Давайте вы будете делать, а я пообщаюсь с Дмитрием, который не так давно, насколько я понимаю, вы вернулись не так давно. Да. Видели свечи окопные? Видел. Да? И особенно носилки. Носилки чаще. Ну, вам, да, это вы как хирург. Свечи реже, да, бойцов приносили иногда. Ну, чаще, конечно, на обычных санитарных носилках, но в том числе и на таких тоже приносили. Очень удобно как раз для эвакуации именно с поля боя. Как долго вы пробыли там? 3 месяца. Я был в медицинской части, которая располагалась, ну, совсем близко к передовой, там, до некоторых позиций было буквально несколько километров, там 5-6. Потом приехал сын, поменял меня, можно так сказать. А сколько лет сыну? 25. Он тоже хирург. Супруга там была летом, да, она педиатр, детский врач. В Северодонецке уже там, в общем, детишек лечил. То есть вы тогда вместе были или она отдельно летом ездила? Летом мы были вдвоем. Так что можно сказать, что... Все дорогое на алтарь победы положил. Первый раз, когда вы оказались, во-первых, когда и какие были вот впечатления? Первый раз 25-го, 26-го, 27-го был сначала Донецк, потом Луганск. Второй день после начала специальной военной операции. Сразу загрузили, привезли лекарства, расходные материалы. Да, и то, что увидел, потрясло. Ну, через день были уже в Луганске. И там первая встреча, да, она потрясла с медиками. В реанимацию сходили, посмотрели, и девушка, которая заведующая реанимацией, там предельный срок уже беременности такой был достаточно большой, уже не помню какой срок, но, судя по всему, 7-8 месяц, наверное, несколько дней не уходила с работы и жила там буквально. Ее не могли никак выпроводить домой, чтобы она отдохнула. Да, она спасала наших ребят, поэтому ни слова не говоря приехали. Забрал тогда своих бывших коллег из Рязанской областной больницы. Тоже ни слова не говорили. Вас спросили только когда. Ну и через день мы были уже там с реаниматологом и с хирургами. Это ведь ваш первый был опыт вот, ну, с полевым госпиталем, я так понимаю. Да. Что тогда самое сложное было? Первый-то приезд там в меньшей степени приходилось хирургией заниматься, больше такими организационными моментами. А уже плотно, как говорится, полное погружение в этот раз, вот 3 месяца, когда уже это настоящая военная часть, военный батальон. И сложно было. Первый, вот одну группу привезли, другую привезли, третью. Сразу вот, ты должен понимать, у кого боли неотложные, кого может подождать. Вот это так было, ну, надо было сразу включаться. Решение там, конечно, вот так надо принимать. Уже даже подумать, посоветоваться точно времени нет. Уже просто берешь и решение принимаешь сразу. Сегодняшний выпуск посвящен вот волонтерскому движению. На фронте что-то знают о волонтерах? Понимают, что есть тыл? Понимают, что есть вот такие женщины? Конечно. Чувствуете поддержку? Со многими мы были знакомы, привозили. Ну, наверное, не было недели, чтобы не привозили. Там вкусняшки привозили всегда. Ну и вот, да, носилки плетеные, сетки часто, которые для маскировки. Вот эти детские рисунки,
там тоже, ну, смотришь на бойцов, им же тоже письма, рисунки давали. Нет-нет, а скупая слеза мужская такая, она все равно падала. Очень трогала бойцов, и некоторые просили, дайте нам с собой. Меня потрясла тоже такая история, нам рассказывали, когда шла выдача как раз наших носилок в Донецке. И ребята, ну, совершенно неожиданно, получив эти носилки, они стояли, у них на глазах были слезы от того, что огромная вот благодарность такая накрывала, что люди чувствуют, что за них кто-то переживает, что есть вот те жены, есть те мамы, женщины, которые о них думают. И вот бойцы даже вот плакали, действительно, да, настолько тронуло, это было приятно. Так приятно, такая обратная связь. Мы не всегда ее видим, но вот это на самом деле самое ценное. Mm. Когда мы понимаем, что мы делаем это для ребят не зря. Дмитрий Анатольевич, вы в Государственной Думе возглавляете комитет по охране здоровья, да? Да. Так точно. На это время, пока вы отсутствовали, вы делегировали свои да. полномочия кому-то? Или вы были в контакте с... Никакого контакта. Там контакты были только с нашими бойцами. Угу. Абсолютно верно вы сказали. И мне в том числе огромная благодарность моим коллегам, которые за то время, пока я был там, прикрыли и работали, как говорится, за себя и за того парня, то есть за меня, который был там. Поэтому большая благодарность, и это тоже дорогого стоит. А чем вообще волонтеры еще могут помочь, кроме носилок, там, не знаю, свечей? Дефицит ведь наверняка есть чего-то. Да всем помогают, но все же это беспилотники, там, тепловизоры, ночного видения, бронежилеты, каски, это то, что касается военной амуниции. А нам-то ближе лекарства. Если в моменте что-то не хватало, то буквально там один звонок и привозили сразу. Самая сложная операция, которая вот запомнилась вам? Да все они по-своему запомнились, естественно. Все они так в голове периодически крутятся. И сложно выделить какую-то. Иногда даже самая простая, она может вызывать определенные сложности. Например, что вы имеете в виду? Да, самое банальное – вытащить осколок из мягких тканей. Иногда так он плотно сидит, да еще в кости, что его вытащить достаточно сложно, а вытащить все-таки желательно, чтобы быстрее рана зажила. Вытаскивается осколок. Осколок угрозы, когда он прилетел, уже такой не представляет. Как вот некоторые думают, а если осколок оставили, то все, там будет у меня проблема. Как в фильмах, да, пулю достал, бросил в лоток, все, значит, вопрос решен. Все не так, и надо тоже понимать, что иногда сам процесс доставания осколка, он может быть более опасен, чем, собственно, осколок туда влетел. И мы объясняем, что, осколок влетел, и можете гордиться им там. И он угрозы не представляет. А вот если из глубоких тканей начать его вынимать, то угроза может существенная. А самая такая запомнившаяся операция, вот когда просто я увидел сразу, как работает военная хирургия, но бойца к нам только завезли, он уже в клинической смерти остановился, да, сердце у него перестало биться, он перестал дышать. И около получаса вот ему выполнялась реанимация. В общем, качали, доставили в операционную, в процессе, пока везли, тоже качали, в итоге завели. И уже все, переливание крови в процесс идет, и вот такой боец выжил. Вот это называется спасение. Наталья, как успехи у вас со свечкой? Ну, воск у нас уже растаял. В принципе, картон я тоже уже нарезала. В данном случае я сейчас покажу технологию, как делается раскладка картона крестом. Их существует несколько вариантов. Вот, у каждого свои плюсы и минусы. Вот, у крестообразного варианта много последователей. Вот, и я решила показать именно этот способ. Именно его делают волонтеры в «Золотых руках ангела». Угу. Вот, существует еще способ раскладки звездочкой, снежинкой, змейкой. Вот. В данном случае вот мы вырезаем два таких квадрата. Они должны идти плотно в распорку существующей банки. Делается небольшой фитиль, так называемый, да, чуть выше одна картонка. Остальные крестом раскладываются в банке. И после этого вот парафин наш уже готов. Заливается парафином.
Парафин наливается в два таких захода для того, чтобы свеча полностью, ну, часть парафина полностью застыла. Угу. Да? И после этого делается второй пролив. Вот, мы сделаем сейчас только один для того, чтобы, ну, показать, как это делается. Вот. И еще важный момент, чтобы свеча не чадила, картон полностью не закрывают. То есть немножечко сверху, в районе сантиметра, кто-то говорит 5 миллиметров, кто-то сантиметр, остается этого картона для того, чтобы... Но свеча гораздо быстрее зажигалась. Смотрите, вы еще сказали, что каждый это может сделать дома. А дома делать мы не советуем. Лучше, лучше примкните к волонтерскому движению, потому что во избежание диверсии со стороны самодельные свечи не берут. А вот кто приходит в волонтерское движение и все это под контролем делает, там научат, потому что безопасность очень надо соблюдать. Да. А если вам принесут уже готовые? Мы не берем. Мы не берем. Свечи, не берем. Неизвестно от кого. Неизвестно. Нет, от кого не берем. Случае. Почему? Потому что неизвестно, из чего они сделаны. А. Неизвестно, что в них может неизвестно, быть. Неизвестно, что внутри вот может быть. Людмила сказала, да, что существует момент с диверсиями. Это всем волонтерским движением. Да, и что сюда можно положить, да, одному Богу важно. Известно. Вот, поэтому мы за безопасность в первую очередь, и поэтому, конечно, свечи льют наши волонтеры, да, кому мы доверяем, в ком мы уверены. Это, в принципе, касается любой гуманитарки, да, то есть продукты, лекарства, угу. Это все надо, чтобы было заводское, проверенное, непросроченное. А диаметр какой-то стандартный для вот этих свечей? Знаете, когда начиналось это все, ну, в принципе, я думаю, сейчас многие также делают, используются практически все консервные банки, какие только возможно. Помочь так, может он. Целый процесс. Ну, нам я сейчас... даже не предлагаю. У нас тут уже просто вот очень сильный пар. Я думаю, это сложно будет. Нет, просто пар сильный, и он обжигает. Я вот этой вот тряпочкой сейчас, честно говоря... Аккуратней паром. Так, вот так. Банка заливается до половины и остается подсыхать. И, в общем, вот такая свеча, она горит от 6 до 8 часов. Вот в зависимости ого! Как раз от технологии. Долго. Да, она очень хорошо нагревает помещение. То есть сейчас эти свечи уже приноровились и ставят в окопные печки. То есть есть уже такие печи окопные. Они делаются из тонколистового металла, очень быстро пригреваются. И, по сути, вот такая вот свеча стала сейчас альтернативой, ну, и дровам, и отработке. И, в общем-то, это очень удобно, потому что свечей реально много сделано, и военным это очень удобно. Вот одна окопная свеча прекрасно будет обогревать помещение, на ней можно готовить также. И... Спасибо вам, кстати, не за свечу. Что, в Музее Победы будет готовиться экспозиция, порядка 100 квадратов, где как раз, сейчас мы тоже этим занимаемся, будут представлены изделия, которые волонтеры своими руками сейчас делают. Вот вы сказали Музей Победы. Я подумал, что хочется, конечно, чтобы Победа пришла поскорее. И вот глядя на вас, вот это вот, поверьте, не пустые слова. Я верю в то, что Победа будет, когда у нас есть такой тыл, как женщина. Вы знаете, я не знаю, какой вы хирург, Дмитрий Анатольевич, но у вас есть удивительное качество, такое психотерапевтическое. Вот когда вы говорите... Вот вам веришь, и вот я бы такому доктору доверился и под нож бы лег. Не дай бог, конечно, чтобы возникла ситуация, когда понадобится. Но вы в этом смысле удивительный человек. Я желаю вам профессиональных успехов. И нам всем, и вам, и нам всем желаю победы. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете, и спасибо за то, что нашли время и пришли к нам в студию.